Главная ошибка при переписке с мужчинами или главная ошибка при переписке с иностранцами. Девушки мои дорогие, привет-привет! Я заметила, что многие из вас делают одну и ту же ошибку. И еще они про нее и рассказывают с пеной у рта и со светящимися глазами. И это такой вид, знаете, у вас бывает слегка такой безумный. Честно. Итак, что это за ошибка? Когда вы эту переписку этого виртуального мужчину принимаете за реальность и считаете, да, вот он там уже пригласил меня, он там уже, ну, думает, где у нас будет свадьба, как чего получше бы нам сделать. Конечно, звучит это и выглядит очень-очень, скажем прямо, настораживающе. Начинаешь думать, а вообще она в уме? Ну, ты не понимаешь. Он вот через 2 месяца разводится. У него жена стерва. Он 20 лет ее терпел. Я говорю, у него жена стерва. И он терпел ее 20 лет, да? И она родила ему 2 детей, да? Да, да, но дети уже взрослые, они уже вот ушли. Я говорю, ты вообще веришь, что ты говоришь, да? Подумай сама, он с этой женщиной жил 20 лет. Разведется он с ней или не разведется? Это тоже вопрос. И поданы ли документы на развод? Тоже большой вопрос. И нужен ли тебе такой мужчина, который говорит, что у него жена стерва? Это вот такой вариант есть. Второй вариант такой. Он меня с мамой познакомил. Слушайте, может быть, его мама 10 девушкам вот так вот в камеру помашет, да, за день. А вы, он меня с вами познакомил. Итак, век интернета. Все очень просто. Вас могут просто кнопочкой забанить раз и навсегда. И про вас забыть могут тоже очень-очень просто и быстро. Девушки, вы знаете, мне очень вот прискорбно видеть вас в таком душевном состоянии с горящими глазами. Я помню, у меня подруга в Москве, она переписывалась с парнем из Твери. Они один-один раз встречались, и потом у нее горели глаза, и она: «Я ему каждое утро блины делаю». Я говорю: «Какие блины ты ему делаешь? Что-то я не поняла. Он что, приехал сейчас у тебя, и ты не сказала?» «Нет-нет, я ему блины по интернету шлю». Знаете, вот эти вот блины по интернету, они заставили меня задуматься вообще о ее психическом здоровье. И потом эти блины по интернету мне встречались не единожды, да. Я ему там спокойной ночи, а он, ты знаешь, вот он пропал. В конце концов, этот парень с Твери пропал. Но вы знаете, Тверь и ближайшее Подмосковье не так уж далеко друг от друга находятся. И не знаю, у меня, честно говоря, просто нету слов, когда женщина впадает вот в эту истерию и начинает желаемое принимать за действительное. Она уже там, она уже всю свою душу ему отдала, она уже переехала, она уже все свои вещи по подругам, какие были, какие ей не нужны, отдала, и все, она уже там. И вот в один прекрасный день нажимается эта кнопочка «блок». И вот я бы вам дала совет, дорогие девочки, переписывайтесь всегда с несколькими мужчинами, да? Вот 2-3, и не надо строить себе воздушные замки. Это плохо отражается на вашей психике. Конечно, мы все делали много ошибок в переписке, но вот это, я считаю, самое-самое главное. Она просто вас сводит с ума и не дает вам спокойно жить. А потом, когда он вас заблокирует или скажет: «Ой, я прилетаю на следующей неделе», или «Вот все, тебе завтра иду, покупаю билеты», и он не прилетает и не покупает билеты, вот тут у вас случается такой кризис. «Меня парень бросил». Как он вас бросил, да, как он вас бросил? Он вас еще не подобрал. Пожалуйста, живите в реальном мире и принимайте вещи такими, какие они есть. Ваша переписка до вашей встречи, по сути, не играет решающего значения. Переписка может быть шикарной, а когда вы встретитесь, все может оказаться совсем-совсем не так. У меня была одна знакомая, она переписывалась с парнем из Украины.
И она полетела в Киев к нему навстречу. Знаете, они посидели рядом на скамейке несколько минут. Они даже не перемолвились словом. Она ему не понравилась. Она была не в его стиле. Она была старше и чернавка. Я тоже чернавка, видите, я крашусь, да? Вот. А ему, по всей видимости, нравились женщины или ровесницы, или помоложе. То есть на фотографии она выглядела по одному. Моложе, покрасивее, не такая чернавка. А в жизни оказалось совсем по-другому. Поэтому, чтобы избежать траты времени и сил, не надо фантазировать. Если остались какие-то вопросы, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, про с ума сводящие отношения. С вами была Александра. Подписывайтесь на мой канал. Пока!